Привет, дорогие друзья, вы на канале Crypto Baby, и сегодня я вас познакомлю с улетным проектом. Наш проект называется FIMAT, где вы сможете увеличивать прибыль в один клик с помощью платформы FIMAT на базе искусственного интеллекта. Сейчас, конечно, все мы в курсе, что все стремятся все-таки к искусственному интеллекту, это, так сказать, передовые технологии, и все самое-самое интересное, естественно, у нас сейчас затевается искусственным интеллектом. Вы сможете автоматизировать торговлю криптовалютой, ежедневный доход и максимальная доходность. Это безграничный вывод средств. Ну, то есть достаточно удобно у нас такое приложение. Я вам покажу его. Можно также на телефоне. Достаточно прикольное. И опять же на базе искусственного интеллекта. Какие же услуги они представляют? У них автоматизированная торговля, возможности анализа данных, технологии искусственного интеллекта, мониторинг в реальном времени. Также покажу вам, можно отслеживать котировки. Работает все таким образом, что искусственный интеллект покупает где-то дешевле и продает на других биржах дороже. Все познается в сравнении, я вам обязательно это покажу. Вы также можете ознакомиться с сайтом, ссылки я вам оставлю в описании. Так что обязательно следите за новостями. В приложении у нас нужно будет зарегистрировать свой аккаунт, нужно будет придумать себе ник, конечно же пароль, ваш мобильный телефон, выбрать код и написать свой номер, электронный адрес и, конечно же, код приглашения. Я оставлю свою реферальную ссылку, свой код и регистрируемся. Нас приветствует, конечно же, приложение FIMAT. И новые пользователи получают по $5. То есть, если вы единовременно пополнили на сумму более $100, вы получаете $5 бонуса. Ну, конечно, всегда приятно, когда что-то дают на халяву. Ну, если вы пополнили там на более $500 единоразово, вы получаете уже $20 бонусом. И новые пользователи получат $80 за первое единовременное пополнение более $2000. Ну и так далее. Если вы более 5000 пополните, то получите $200 бонусом. И поехали, поехали. 10 тысяч, получаете 500. И так далее. Конечно же, хотела сказать о том, что мы с вами можем делать депозит, выводить, также делиться с друзьями. У нас будет своя команда. Есть также у нас информация по проекту. Хотела сказать о том, что у них также есть лицензия у FIMAT, то есть вся документация, это сертификат, как мы видим, что компания зарегистрирована и работает она официально со своим штабом в Лондоне. То есть не все так просто. Также хотелось показать о том, что мы с вами можем смотреть мгновенные котировки на различных биржах. То есть все идет у нас в реальном времени. Вот на Binance у нас биткоин сейчас стоит 70 и 1008 долларов. На OKEX у нас 70,7. На HOBI у нас 71, как мы видим, 70,9 уже. И на Coinbase 70,8. То есть все котировки в реальном времени. И вот, допустим, если сравнить, это как работает бот. Покупает где-то дешевле любую криптовалюту. Как мы видим, у нас здесь торговые пары. А продает уже где-то дороже. И также хотелось показать. Вот на Binance у нас, как мы видим, сейчас в реальном времени 70,8. И на FIMAT у нас также, скорее всего, не отличается. Тоже 70,8. И, как мы видим, здесь также есть прирост, что очень удобно. Здесь у нас как бы все расписано. Вы можете ознакомиться с компанией FIMAT, как это все работает. У них есть своя миссия, они видят какие-то проблемы и, конечно же, описывают решение своих проблем. Тоже можете ознакомиться. Также мы с вами можем делать депозит, снимать, как я уже говорила. У нас нет лимита на снятие, то есть снимать мы можем любую сумму. Также мы с вами можем делиться с друзьями. У нас будет свой код приглашения, свой QR-код.
по которым можем пригласить, и реферальная ссылка, которую можем скопировать и приглашать уже, конечно же, своих друзей. Также можно делиться наградами, ну и много других моментов. Не забывайте про социальные сети, это важно, если вам понравился проект. Также, что еще хотелось сказать, мы с вами будем сегодня делать депозит. Конечно же, у нас есть различные пакеты, то есть центр задач есть у нас также, где мы получаем за каждого приглашенного по одному USDT. И совокупное пополнение счета приглашения должно быть более 20 USDT. То есть, если вы кого-то позвали, то он должен пополнить на $20 минимум, и тогда вы уже получаете свои бонусные за приглашенных. У нас есть также центр помощи, что зарегистрироваться и получить, что такое количественная торговля, функция зарабатывания денег FIMAT, механизмы защиты средств FIMAT, бизнес-лицензия FIMAT, как я уже говорила, ну и бесконечные котировки. Также, что еще хотелось сказать, можно также, есть у нас количественная оценка, есть также у нас различные пакеты, то есть мы можем с вами вкладывать деньги, вот допустим $20, и у нас количественная частота 1, ежедневная процентная ставка 1,2, 1,4%. Ну и конечно же, чем больше мы вкладываем, тем и посолиднее, поприятнее у нас проценты. Скоро будет больше уровней, и конечно можно будет вкладывать больше и косить вообще шикарные проценты. Ну а мы с вами давайте попробуем сделать сегодня депозит и приобрести один из пакетов. Мы сегодня будем с вами пополнять из Binance. Вот для этого мне нужно будет либо отсканировать QR-код, либо копировать ссылочку. Также я перехожу на биржу Binance, захожу в свой кошелек, где я буду отправлять свои средства. Пополнить мне нужно на $22. Для этого я вставляю заранее скопированный адрес, на который я буду отправлять. Выбираем также сеть и пишем сумму вывода. Так, мне нужно $22, $1 у меня берет комиссия, и того мне нужно $23. Так, проверяем. Сеть у нас TRC20, это самое главное, чтобы все сошлось. Нажимаем кнопочку вывода. Сейчас нужно будет подтвердить с телефона, и, конечно, совсем скоро я к вам вернусь уже с зачисленными средствами. Ну что ж, дорогие друзья, а мы, как видим, деньги поступили достаточно быстро, и теперь мы можем с вами включить, наконец-то, одного бота. Я попробую, как это работает, самое интересно. И мы можем с вами приступить к количественной оценке. Мы можем с вами получать доход за 1-2 минуты. Оставшиеся количественные транзакции на сегодня у нас 0, то есть одного бота можем использовать один раз в день. И время квантования у нас по британскому времени через 17 часов 8 минут каждый день. Также количественная оценка процесса панели запуска. У нас начато квантование, как мы видим. Стояли мы в очереди, и у нас началось выполнение ордера на покупку. Теперь у нас начато выполнение ордера на продажу. То есть все достаточно быстро, так как опять же работает искусственный интеллект. На самом деле это уже очень интересно. Вот у нас бот начал фиксировать рыночные цены, и мы можем в принципе отслеживать немножко, как это выглядит. Также начал бот распределение комиссий, операция завершена, то есть все очень быстро, все происходит у нас с вами на глазах. Отлично, как мы видим, позиция наша выполнена,
Выгода у нас составляет 0,7 USDT. Приобреталась. Где приобретал? На какой платформе? Приобретал наш бот на платформе Corbit. Цена покупки была 17,8, а продал он на Bybit за 17,9. То есть все происходит мгновенно, быстро, прикольно. И мы можем даже отслеживать, что тоже как бы немаловажно и интересно. Я думаю, можно попробовать. Так. Прибыль прибыла, пополнение прибыло, как мы видим. Тоже такое окошко сразу нам показывается. И теперь мы с вами можем вывести наши денежки. Также снимаемый баланс у нас 22,7 USDT. Я выбираю все для вывода, у меня уже привязан кошелек. Также будем его выводить, ну попробуем вывести также 22 USDT. Учитываться будет у нас фактический вывод 21,78. Нажимаю, пароль. Также обязательно вводим пароль. Так, уведомление о проверке у нас. Связаться сейчас, скопировать код. Так, ага, здесь у нас мы можем связаться сейчас, можем также скопировать код. Код копируем, и нам нужно после этого написать в поддержку. То есть мы отправляем код в поддержку, и после этого нам зачисляются средства. То есть мы также можем пользоваться с вами поддержкой, это тоже достаточно удобно. Что хотелось еще сказать, я добавлю скрин, как у меня выведутся средства, и все вам обязательно покажу. Что я могу сказать, по-моему, проект удивительный, мне очень понравилось, как быстро работает торговый бот с искусственным интеллектом, очень круто. Я вам всем желаю удачи вместе с Fimat, конечно же, всем вам классного настроения. Ну а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!